Министр труда и соцзащиты населения сегодня развеял слухи о наплыве рабочей силы из России. В настоящий момент, по данным главы ведомства, массового притока трудовых мигрантов в нашу страну пока нет. Однако в любую минуту все может измениться. Опасения эти появились после введения в отношении соседей мощного пакета западных санкций. Страну изолируют от внешнего мира. Ежедневно из России уходят иностранные бренды. Часть предприятий вынуждена закрывать производство. Это неминуемо ведет к сокращению рабочих мест, от чего и возникла угроза оттока кадров, в том числе высококвалифицированных. К тому же количество россиян, которые могут работать в нашей стране, не ограничено. Они не попадают под специальную квоту, точно так же, как и остальные приезжие из стран-участниц ЕАЭС. Тем не менее, Минтруда заявляет, что будут защищать наших граждан на рынке труда. Правда, весьма своеобразно, с помощью центров занятости. Через них на свободные вакансии могут претендовать только казахстанцы. У нас и Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, да, у нас мы в едином экономическом союзе. Поэтому у нас трудовые ресурсы, они беспрепятственно могут воспользоваться наши в России, российские и у нас. Это единый, скажем, трудовой рынок. Поэтому и сейчас, и тогда, вот, допустим, скажем, до этого момента они могли спокойно прийти у нас работать.